Да, действительно, когда видишь эти кадры, по-настоящему захватывает дух. Сразу понятно, что наши воздушные границы на крепком замке. Ну а в Крыму проходят учения военно-морского флота. На Черном море военнослужащие отрабатывают противодиверсионные действия, что особенно актуально на фоне последних киевских провокаций на российско-украинской границе. Около 400 человек и более 10 единиц техники принимают участие в тренировках. Причем машины самые современные и новые. Это противодиверсионные, патрульные, катера и вертолеты. Согласно легенде, диверсанты напали на пункт базирования сил Черноморского флота. С вертолета тут же высадилась группа наших десантников. Они блокировали и уничтожили врага. После этого к операции подключились корабли, которые вышли на море на разведку и поиск мин. Учения проходят согласно плану подготовки сил Отечественного ВМФ.